то, что происходит, оно однозначно попадает под статью Уголовного кодекса в части блокирования транспортных магистралей. Должно быть, если принимается такое решение, то должно быть соответствующее государственное решение. То, что сейчас происходит, это однозначное уголовное преступление, которое должно быть наказано. Исполнители, участники и заказчики этого дела однозначно должны быть наказаны. Второй аспект – это есть ли какие-то альтернативы углю из этих территорий. Реальная альтернатива – это либо уголь непосредственно из Российской Федерации, либо уголь там из ЮАР втридорога. Это такой же миф, как и миф про энергонезависимость с газом, когда мы покупаем реверсный газ в Европе, зарабатывает Российская Федерация, зарабатывает Словакия и Венгрия. Мы, Украина, в этом плане теряет, и государство ничего не приобретает. И третий момент – это то, что такими шагами мы выставляем свою страну на посмешище всему миру, и все каналы и наших соседей, и европейские, и Соединенных Штатов показывают Украину совершенно в негативном свете. Шаги должны быть, вот то, о чем говорилось сегодня, о том, что Украина должна вспомнить, что она парламентская президентская республика, шаги должны быть частью имплементации Минских соглашений, конкретные шаги в парламенте, обсуждение этих моментов в парламенте, должны быть наказаны и прекращена эта блокада, потому что на сегодняшний день это украинские территории, там работают украинские граждане, они действительно платят налоги в украинский бюджет, и вы показали эти колоссальные цифры, которые идут в украинский бюджет. И, кстати, одним из постановлений в конце года, прошлого года, парламент принял решение о распределении казначейских остатков на счетах Донецка и Луганска, то есть они еще платят не только в государственные, а в местные бюджеты. И при этом, когда мы говорили, что давайте предусмотрим компенсацию в последующем, когда восстановится мирное время Донецку и Луганску, потому что это их деньги городские, никто этого не сделал. Поэтому эта проблема, она имеет несколько аспектов: политический, финансовый, самое главное, государственный. И ни в одном аспекте государство Украины не предпринимает никаких усилий для того, чтобы эту проблему решить цивилизованно.